Как эспортировать маршрут на примере EGDIS с PerryMary? Итак, делается это очень просто. Для чего вам нужно это делать? Для того, чтобы загрузить маршрут в вашу навигационную программу, где вы будете работать, для вашего удобства, чтобы не вбивать точки вручную. Вот. У нас эта программа OneOcean, я позже покажу вам, как это делается, импорт, для чего он нужен. Итак, сейчас мы делаем экспорт из EGDIS PerryMary. Заходим в меню, нажимаем Routes, и здесь вот есть Root Import Export. Вот, мы нажимаем Export, выбираем наш маршрут, какой нас интересует. Меня интересует Панама, Шанхай. Сейчас мы его найдем. Вот, Панама, Шанхай, 506, текущий маршрут. Вот, затем выбираем EGDIS. И выбираем EGDIS Only, это наша USB, так называется, флешка. И здесь выбираем разрешение, да, в каком формате выгружать. Итак, здесь вот есть Root Exchange, Root Planning Exchange и Sperry Legacy. Все это Sperry Marine разрешение, мы выбираем, например, Sperry Legacy и нажимаем Export. Он пишет, файл already exists, потому что до этого я его выгружал, но он был другой. Сейчас я модифицировал этот же маршрут. Название осталось то же, но точки поменялись. Поэтому мы подтверждаем, он его перезапишет. Все, root, export complete. Все, таким образом можно выгрузить маршрут.